прошла, да. Наверное, там что-то проплыло. Не знаю, лично мне очень нравится. Класс. Я боюсь больших глубин, а мелких мне страшно. Вода прохладная, бодрит на солнце. Нет, я сегодня довольна. Отличный день. Доброе утро. Вот наша бабушка сидит на своем новом троне. Заняла место эксклюзивное, бесплатную тень. И сидит, вышивает, вяжет. Как это называется? Не вяжет, плетет бусики. Мам, ты что плетешь? Бусики? Плетешь чего? Жгут. Ну, это на ее канале, смотрите. Мамин канал у меня в интересных каналах самый первый. Ну, мои подписчики знают. Я его только начала. Вот смотри, вот какой он сейчас. Скажи. Вот такой маленький и должна сплести 50 сантиметров. Ну, у мамы теперь эксклюзивное бесплатное место. Тень бесплатная. Все ходят и ей завидуют. Видите, как у нее крутое место. Она его забила с утра и не будет за него платить 7 евро за тень. Я уже сходила пешком, погуляла по берегу. Вот девчонки какую красоту сделали уже. Мы нашли место, тут бухточка такая, 3 минуты ходьбы от того места, где мы вчера были. Здесь, во-первых, тень, и здесь вот такая как бы скала, которая делает немножко, ну, как бы тень. От нее тень, и тут лучше вода. Вот я сейчас пешком ходила до нашего памятника, вот этого скульптуры нашего, красивые такие деревья, да? Вон его видно. Вода. Вот туда я сейчас ходила, гуляла, чтобы мне отходить норму шагов 10 тысяч. Но я хожу 10 тысяч здесь каждый день. Мы очень много здесь ходим, но это не помогает не поправляться, потому что мы едим больше, чем мы тратим физической активности. Мы больше едим, чем двигаемся. Вот этот у меня часы Apple Watch, они считают мне всю мою активность. То есть где-то у меня получается здесь 11 тысяч шагов в день. Даже если бы я не пошла до того пляжа, до того места нашего вчерашнего, все равно бы было 10 тысяч. Все фоткаются. Сегодня хорошая погода. Сейчас утро, 10 утра и 24 градуса. Не жарко. Здесь не Турция. Здесь не будет 38 градусов. Я сразу вас предупреждаю. Хотя я вчера смотрела, в Мадриде 36. Здесь не так жарко. Сейчас вам покажу, как я постелила свое новое полотенце. Зонт пока закрыла, потому что 10 утра, солнышко хорошее. Вот мы новое полотенце. Мама в тени. Дети играют. Им очень нравится эти замки делать. Да, зайчка? Классная здесь скала. Здесь все ходят, фоткаются. Здесь очень симпатично. Здесь можно, из-за того, что здесь очень мелко, здесь люди прям проходят. Смотрите, видите? Идут дальше. То есть они обходят эту скалу. Идут дальше. Но там пляж уже заканчивается. Мы хотели вот там занять место, там еще лучше бухточка, там меньше волн. Но решили все-таки здесь, из-за этой тени, чтобы наша бабушка не сгорела и спокойно повязала, повышивала свои изделия. Хотя она их и не вяжет, и не вышивает. Это же бусинки. Плетет вот. Так красиво сегодня, да? Так мы с Полечкой здесь принимаем солнечные ванны, да, зайка? Поцелуй мамочку. Ну поцелуй. Классно, тебе нравится? Хороший момент вообще. Холодно. Ай, холодненькая водичка. Холодно. А мне кажется, сегодня тепленькая. Поняли, как здесь мелко? Посмотрите, вот Вероничка и вон три мальчика. Вот смотрите расстояние. Видите, как далеко. Им по колено. Видите? Поэтому здесь с детьми считается безопасный берег. Могут малыши спокойно играть, купаться. То есть для любителей больших глубин этот пляж не подойдет. Этот пляж
очень хорошо для отдыха с маленькими детьми. Здесь очень мелкий берег, и вода прогревается. Здесь так мелко, что не видно, да, где она по глубине. Вода холодная. Отошли от берега, и все мелко для детей, конечно, здесь. Для детей безопасно. Вообще. Смотрите, Поля ушла дальше всех, да. И ей по пояс. Смотри, какая вода прозрачная. На маму. Тебе нравится, какое чистое море здесь, да? Да. Здесь очень чистая водичка. Никочка, плыви на маму, я тебя сниму, как ты плывешь. Вот, молодец. Класс, здесь такая вода прозрачная. Молодец. Прыгаем. А тут маленький, смотрите, как мы далеко от берега. До сих пор стоим по пояс. Вот как мои девочки умеют плавать. Да, зайчик? Да. Ага. Полина, прыгай! Нас не кушай, любит прыгать на воду. Полина, прыгай! Ну, вода прозрачная вообще. Сегодня хорошая водичка. Смотрите. Дети довольны, что еще нужно маме. Вода чудесная. Бабушка наша. Бабушка нас вчера забыла кремом здесь помазаться и сгорела. Теперь ходят в Парео. Я надеюсь, волна мой айфон не затопит. Вот так экстремально мы купаемся с телефончиком. Сегодня чудесная погода. Завтра едем мы на экскурсию в Барселону. Гауди смотреть. Гауди. Так будет правильнее. Так что сегодня отдыхаем, завтра работаем. Потому что экскурсия для детей – это работа. Они должны перенести автобус, прошу. Это уже так. Не отдых. А я люблю очень экскурсии. Без экскурсии мне скучно. Я очень люблю. И мама тоже меня очень любит экскурсии ездить. Класс. Такая водичка чудесная. Наша мама, моя мама и наша бабушка говорит, что это дзот, что отсюда стреляли, охраняли берег. Уж я не знаю, с какой-то войны здесь, с отечественной, может, какой-то гражданской у них, но это какой-то дзот, видите, чтобы обстреливать, пушки ставить туда или что там еще, не знаю. Вот это такое вот. Видите, там сидел дядя и охранял. Или обстрел вел. Полечка погреться пришла. Наше новенькое полотенчико, да, зайчик? Вот так. Да. Вот такое. Мы еще новые купили. Новые купили, да? Еще вот такие вот ящерки. И маме ящерку купили, да? Да. А у бабушки, да. И у бабушки вот такой синенькая у нас лежит на эксклюзивном месте у бабушки. Вот Мася моя сидит. А старшая замки строит. Олечка кайфует. Выгорает. У нас тут на циновочке прикреплена подушечка. Ее можно надуть
И очень удобно, я сейчас тоже загорала немножко на этой подушке, классно. Полечка тоже захотела. Тебе нравится, котик? Ну, молодец. Отдыхай. Кайфуем, дочка. Да, зайчик? Да. А старшую не оттащить. Муа сидит. Замки строит. Архитектором будет. Гауди отдыхает. Никуша завтра будет смотреть Гауди. И Гауди, Гауди. Я все время Гауди хочу сказать. Завтра ей покажем. Думаю, ей понравится. Она любит. Она у нас будущий архитектор, наверное. И теперь с маминой подушки не слезешь? А маме позагорать нельзя? Почему? Да, ты тут отдыхаешь, а мама должна сидеть, тебя ждать? Ну ладно. Смотрите, этот отель называется Golden Hotels. Вот этот вот, он совсем близко. И у них вот там лежаки стоят. Вот тут. У них там бассейн явно. А здесь еще отель Grand какой-то Palace. Тоже рядом. Так что, кто ищет путевки, смотрите. Grand Palace и Golden Hotels. Они очень близко. Сразу оп. И вот это вот символ. Помните, мы там много снимали? Вот этот символ нашего курорта Ля Пинеда. Ля Пинеда переводится как средиземноморская сосна. Здесь очень много сосен. Поэтому назвали этот курорт Ля Средиземноморская сосна. Никушечка прыгает. Бабушка Ляля. Ой, что-то ее в темноте не видно. И тут хорошо. Эксклюзивное место заняла. И хорошо. Классное место. Надеюсь, послезавтра тоже мы тут успеем занять место. Полиночке устроила тень, а то уже 11:15. Не хочу, чтобы она на вредном солнце лежала. Вот наша Эльза с Анной. Очень классный зонтик. Возьмем его домой. Конечно, здесь не оставим. Вот, ребенок у меня в тени. Смотрите, сверху здесь так классно. Уютненько получилось. Да, зайчонок? Я очень довольна, что мы купили этот зонт. Главное, что он очень легкий. Никочка моя пришла. Мы ей одели синенькую кофточку. Я теперь спокойна, что она не сгорит. Она не хочет под зонтиком с нами сидеть. Кушает печенька ее заманила. Печенька заманила, и она к мамочке пришла. Кексик. Кексик? Сейчас найдем. Вот какой у нас зонтик красивый. Сейчас найдем кексик. Взяли кексик на завтраке. Поле их очень любит. Они вот в таких вот упаковочках даются. Их классно на пляж брать. Мася их очень любит. Да, котик? Угу. Любишь кексик кушать, да? Угу. Вот так вот. Кушай. А мальчик пошел. Невось, не улетит. Я тут платье повесила, котика боится, что оно улетит. Оно не улетит, оно тяжелое.